Всем привет! У нас намело вот столько снега. Вот. О! Так мы привезли зерно. Вернее, нам привезли зерно. Мы заказываем, звоним, и нам привозят. Вот стоят мешки, еще не пересыпали, не было времени. Значит, тут это ячмень, овес, так, кукуруза. Здесь отруби, вот, и, в общем, и пшеница. Пшеницу мы не открыли, потому что у нас еще есть в бочке пшеница. Вот, сейчас, в общем, я приготовила ведерко, сейчас насыплю зерна, пойду кормить кроликов. Коз я уже накормила, вот, коз я накормила, вон у них сено там в кормушке лежит. Значит, вот здесь корм я им насыпала, поставила водичку свежую. Меняю каждый день водичку. Ну, вот так вот они у меня зимуют. Вот. Столько у нас намело снега. Вот. Снега очень много. Да, Микулечка? Здесь тоже достаточно много снега. Я пришла кормить кроликов. Микулечка, как всегда, со мной. В общем, вот я принесла воду, принесла зерно, баклажки. И у меня вот тут сено немножко положила. Здесь вот у меня... Вот я еще не кормила. Вода стынет, но мы еще ставим снег. Вот снег. Почистить сейчас, конечно, не получится. Все замерзло. Мы просто пересаживаем наших кроликов в другие клетки. Потом, в общем, чистим. А здесь сухо, нормально, вот, кролик. И здесь тоже мы, вот, ставим обязательно снег. Но воду я даю каждый день. Каждый день я ставлю новую воду. Вот, потому что, чтобы они попили. Они пьют, с удовольствием пьют. Потому что, ну, снег они тоже кушают, но вода, она, есть вода. И здесь вот кролик сидит. Ну, я в тот раз показывала тех кроликов, которые вот там в клетках у меня сидят. Вот у нас такая сказочная, красивая зима. Вот. Вот столько вот снега нападало. Ну, вот так вот мы кормим своих скотинок. Еще даем веточек вот погрызть. Вот он практически все изгрыз. Это снизу. Вот этот плохо грызет. Тоже вот положили веточки. Плохо грызет. Ну, вот так как-то я кормлю свою скотинку. Вот так зимуют мои курочки. У меня здесь, значит, земля. Может быть, поэтому вот так вот все летает. Я им сыплю корм. Козы, которые не съедают, я тоже сюда все высыпаю. Вот. Я что-то, наверное, налила им вот водичку. Они, я достала с чердака сена. Вот такие листочки, которые, ну, как пыль от сена. В общем, снизу собрала все под сеном и сюда вот им высыпала. Вот здесь у меня насест. Вот. И, в общем, курочки вот здесь у меня садятся спать. У нас тут отопление и тепло. Надо занести градусник, посмотреть, сколько градусов. Вот. Ну и, естественно, вот видно, это, наверное, как-то летает пыль, наверное. Вот тут у меня сидит кролик один с больными ушками, который был. И у меня наверху опять вот такая вот паутина. Нужно убирать. Но у меня в пылесосе нету мешков. Закончились мешки, поэтому из-за мешков я не могу вот здесь убраться. Вот. Вот такая вот пыль летает, я смотрю. Вот. Ну, они потому что куры здесь вот... Они вот всю землю поднимают наверх. Вот они здесь ее, вот, ну, как теребят. В общем, все вот это сено вместе с землей. И получается, что, ну, достаточно здесь тепло. Курочки вот садятся уже спать. Курочек у меня мало. Ну, очень любят снег. Ну ладно, всем пока-пока.